Queen Alcantari. По-моему, курились. Ощущение. Снимаем для вас Audi RS 3. Зеленого цвета, в отличная комплектация, маленький заряженный чертик, потому что на этом автомобиле ездить это крайнее удовольствие. На нем, конечно, нужно ездить на какой-то Nordschleife. Машина весит мало, мощности много. Мы сейчас погреем, подожди, не нажимай, сейчас потихоньку, 50 градусов пока. Разогреем коробку, мотора, потом можно не поехать. Без прогрева на таких машинах ездить нежелательно. Лучше ездить, прогревать спокойно, аккуратно и потом только нажимать на тапку. Потому что мотор ремонтировать на Audi, сами понимаете, удовольствие себе не из приятных, недостаточно дорогих. Давайте посмотрим, что у нас есть тут по расходу. 12 литров средний расход за последние 292 часа. Пробег у нас всего, а у нас даже не скидывали его. У нас пробег 14 498, средняя скорость 45 км в час, поэтому на этом автомобиле, на автобане, скорее всего, не ездим. Вот у меня в индивидуале. Где эти любимые кнопки мои? Что, их здесь нет? Где драйв? Вот это вот все. Куда они спрятаны? Типа что, у вас нет такой кнопки? А, вот она одна. Вверх, вниз, вот так. Комфорт включить пока. Пока машина греется в комфорте. Я же думаю, это обычно две кнопки, а тут ее одну сделали. Машина-то дешевая по сравнению. Один из самых дешевых РС. Поэтому тебе одну кнопку, а не две. Хотя место было. На таком автомобиле я бы хотел съездить куда-нибудь к адвокату, я бы хотел съездить куда-нибудь там в канцлярь, в магазин, может быть, там смотаться. Такое что-то по-быстрому, ту-ту, чтобы не париться. И по городу желательно, в Мюнхене. По комплектации у нас, что у нас есть по комплектации? Навигация, ассистенты полос, ассистенты мертвых зон, дистроник есть и руль с Алькантары со вставкой. Кстати, тоже приятно, но мне больше нравится полный руль Алькантары. В осеннее время года, например, ты начинаешь часто мыть руки, особенно при пандемии. Ты постоянно их моешь, ты постоянно обрабатываешь их. И руки приходят в холоде, начинают трескаться. И ты их мажешь постоянно кремом. И Алькантара это не любит. Кожа-то по барабану, она наоборот кайфует. А вот Алькантара, она засаливается. Для меня лично лучше полный руль Алькантара. Я прям в Audi A8 готов был поставить. Хорошо, не поставил. У нас спортивный вид салона, все в красном. Машина зеленая, а салон с красной строчкой. У меня красная строчка здесь. У него красный ободок здесь, здесь строчечка, Алькантара строчка, под карбон все сделано красиво, сверху антрацит, не Алькантар, оп, и все. Ну, лучше открыть, так меня лучше будет видно для вида. Особенно сидушки, посмотрите, я-то их не вижу, а вот они есть. Все, мы разогрелись, у нас температура масла 79 градусов, отлично, лаунч, контроль. Сейчас, ага, разогнались. Буду я на клиентском автомобиле лаунч-контроль вам делать. Видели это видео, когда у вас там Stage 2 или Stage 3 на Audi RS, они там сидят такие, сейчас мы покажем, такие. И коробки. И нет коробки. А коробка на Audi A8 это мини Самсона. Самсона десятку стоит, а тут ты сразу можешь подготовить 18-20. Дорого. Так что Самсона сюда. Ты не поняла прикола, да? Наверное, многие не поняли. Самсонес – это спортивная коробка передач, кулачковая, которая стоит 9500 евро. Вот, их ставят на спортивные тачки. Кулачковая коробка передач – это когда ты переключаешь передачу вниз. Раз, два, три. Вверх, вниз переключаешь передачу, то есть наоборот. Раз, два, три, три, два, раз. То есть не такие, не вот это переключение, не поисковая коробка, знаешь такое, да? Вот. Не поисковая, а кулачковая это называется. Кулачковое переключение лучше, но все равно их ломает. Но оно стоит 9,5, плюс еще какие-то плюшки, то есть около 12 ты должен дать для своего автомобиля. Ну, плюс, соответственно, поставить его там колокол, вот это все движение. Все. То есть плюс работа. Так что, представляете, на Audi RS будет стоять кулачковое
коробка передач Самсонов. Причем она издает такие дикие звуки, вот это... Это жесть вообще. То есть такие коробки как бы для гражданки лучше. Я, правильно? Хорошо, ты понимаешь, что такое Самсонов? Если ты поняла, значит, все поняли, да? Не, люди есть, которые меня смотрят, и у них есть тачки, я не знаю, что это такое, но большое количество моих подписчиков, скорее всего, не знают. Так что Самсонов это типа фирма, которая производит кулачковые коробки передач, и не только. Также есть TTI, кулачковая коробка передач. Может быть, это сейчас реклама была, но Самсонов, кстати, недостаточно такой... Да, здесь крутые трассы. Самсонов, кстати, не такой уж и надежный, на них ездят, но я часто вижу, что ребята их снимают, они ломаются, у них там есть свой регламент, когда переключать. У них даже есть какой-то там, типа, ну, мне говорили, опять же, со слов владельцев этих коробок, что, типа, ты должен переключать в одном моменте, где-то там. Есть даже специальный прибор, который нажимаешь кнопку, и он тебе сам, типа, переключает в нужный момент, чтобы коробка не сломалась. То есть, если ты коробку сломал, сам виноват. В общем, как и гарантия, как спортивный инвентарь. Кстати, на весь спортивный инвентарь нет гарантии. То есть ты покупаешь мозг, например, ИКУ мастер, у тебя нет гарантии, потому что это спортивный инвентарь. Вот так вот. На свой страх и риск. Трешку отдал, сломано. Извини, братан. Нормально? Спорт. Динамик. Мы разогрелись, у нас 85 температура. Видишь, о чем я говорил? Ты слышала, когда я нажал на газ? Да? И сколько? Секунды две прошло, пока она поехала. На Тесле этого не произойдет. На Тесле пум-пум. Вот это будет. Вот смотри, нажимаю. Да, и она поехала. На Тесле ты уже уехал. Ты уже там. Я про электрички говорил. Это совершенно другой полет, совершенно другое удовольствие от вождения. Но зато здесь звук. Поменять масло, сделать. Это все в автомобиле. Ну нету здесь, да? Настроено. Настроить можно. Попкорн настроить вообще бесплатно. Нету, не слышу вообще его. Сейчас скажут, ездить не умеешь. Не умею. Тем более на чужом автомобиле. Вообще, когда езжу на клиентских автомобилях, снимаю для вас видео, я стараюсь сделать это намного мягче, потому что ты вроде едешь на спортивном автомобиле, тебе хочется сейчас навалить, сдать как по-нормальному, но ты все равно себя сдерживаешь. А навалить мы умеем. Газ полаз в отсечку, пару джизетов положить для нас, это вообще просто... Коробки вот так вот разлетаются в разные стороны, так что это все для нас знакомо. Такая маленькая заряженная пушечка, на которой можно передвигаться, например, по городу, выехать на автобан, если быстро куда-то надо приехать. Какая у него максимальная скорость? Скорее всего, 250 км в час, абгерегель. Это значит, что электронно мозг говорит 250 и больше мы не едем. Но это опять тоже можно снять. Но если ты снимаешь это самостоятельно или в каком-то тюнинг-ателье, то, соответственно, с гарантией ты слетаешь. Короче, они не сбрасывали таху, и, соответственно, расход у нее 12 литров. 12 литров вполне нормально. Но они ездили, наверное, 90 км в час, так редко на автобан выезжали. Потому что 45 км в час средняя скорость за 14 тысяч пробега – это мало. Что тут у нас? USB? Да, обычный USB, AUX даже есть. Под телефон есть все такое. Если ему интересно поместится телефон сюда, зачем они это сделали? Нет, не поместится. Для какого-то дорогого телефона, мягко-узкого. Под копейки есть. Куда вот копеечки ложить? 1 евро, да? Да.
Подкапотное пространство. Пятицилиндровый двигатель. Дует туда турбина 1.5 бара. И это все в совокупности выдает вам 400 лошадей, 500 ньютонов. Разгоняется данный автомобиль на тестах 3.7, заявляет Audi. Вот, тормозной путь у него 37 с чем-то метров, короче, 38 метров от 100 до нуля. От нуля до 100 3.7 секунды. По-моему, здесь стоит уже алюминиевый блок. Тут я уже не в теме. Ну, они там делали. С чугуна перешли на алюминий. Но мы любим чугун. Лично мое мнение. У меня GZ чугун, там M50 чугун, алюминиевый, наверное. Хотя, может быть. В общем, машина веселая, вес у нее 1645 килограмм. Ну, 1600 тоже нормально, не 2 тонны. Веселая штучка, которая увезет вас быстро. С парковкой не будет проблем, это будет весело. С расходом в 12 литров, как мы увидели на данном автомобиле. Ну, я думаю, если раздавать, 16-18 будет точно. Пятицилиндровый, конечно, звучит фантастиш. Крутой автомобиль, нравится. По цвету. Цвет яркий. Когда едешь на таком автомобиле, на тебя смотрят. Вот мы сейчас сделали тест-драйв, пока проехали по городу, все такие. Хотя и на ТРС-ке на такой тоже. Но цвет сразу бросается в глаза. Цвет – дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому тут мы обсуждать это даже не будем. По стоимости автомобиля, по-моему, он стоил у нас 55 тысяч евро, если я сейчас не ошибаюсь. Могу ошибаться. Где-то примерно в этом районе. У меня такое ощущение, что есть далекий-далекий, прямо далекий-далекий запах сигарет. По-моему, там подкуривали когда-то сигареты и курили в окошко. Так как пробег маленький, не успели это все прокурить. В принципе, для меня лично, если машина прокурена, если она сильно прокурена, то нужно делать, во-первых, мойку салона и чистку озоновую обязательно. Тогда этот запах, в принципе, можно вытащить. Это не проблема. Хорошая химчистка и можно сделать. Оно, конечно, неприятно, когда ты садишься первый раз в автомобиль, но это все делается, это тоже не проблема. Но есть некоторые клиенты, которые не хотят покупать такие машины. Так как это младшая версия Audi, у нее комфортный вход только на передней двери. То есть ты можешь ее открыть отсюда и здесь закрыть. Ключа у меня сейчас нет. Надо включить батарейку поменять, она постоянно говорит. А сзади здесь, я подошел, нет. То есть здесь нет комфортного ключа, можно так сказать. Также нет у него доводчиков дверей. В заднем багажнике. Сюда помещается 2 ящика пива и 2 ящика воды. Легко вообще. Тормоза железные у него и держат, ну как они держат, конечно, если их не употреблять так, как вот на автобане ты едешь, там, ты едешь с Берлина в Мюнхен, например, да, и ты едешь достаточно спортивно. Ты нажимаешь 250, кстати, у меня максимальная скорость 250, нажимаешь на тормоз и останавливаешься в 150, и опять 250, и опять 150. И так несколько раз тормоза начинают плыть. Возможно, карбоновая керамика в этом случае лучше, но если у тебя карбоновая керамика, вот как вот здесь, ты можешь ожидать того, если тебе плохо помоют диски или каким-то средством неправильно, то вот карбоновая керамика может просто рассыпаться. Вот такими кусками вываливается. А у меня знакомый мне показывал, у меня несколько было автомобилей с карбоновой керамикой, сказал, в жизни больше не поставлю. Ты едешь, и такой раз смотришь на машину, у тебя диск рассыпался. Я такую пятерочку достал, отдайте мне диски. То есть всегда нужно возить с собой пятерочку в бардачке для того, чтобы поменять свои тормоза. Поэтому, скорее всего, если смотреть с этой стороны, то железные все-таки лучше. Поменял, они там стоят, сколько они там стоят? 100 тысяч рублей, как мне говорили некоторые. И это получается 600-700, не, подожди, 1500 евро в круг можно поменять. Ну, как бы, тоже немало. В общем, по RS-ке у нас все, очень эмоциональный автомобиль. Мне понравился, я кайфанул от того, что он стоит здесь. Я сижу вот на этом месте, он стоит здесь и просто пушка. С удовольствием поснимали его, с удовольствием сделал фотографии с него. По-моему, фотографии я даже закидывал, если не ошибаюсь, в группу Telegram в Destakar. Кидаю туда иногда фотографии, меня попросили недавно, думал, почему бы и нет. Закидывать фотографии, например, на телефон, чтобы сделать обои для телефона. Прикольная машина. На этом все. С вами был Денис Рем, компания Destakar, автомобиль из Германии. До новых встреч. Пока.